Ух ты, какая передача-то. И нет офсайда, что ли? А это красная карточка вполне себе может быть Ромалио, если не было офсайда только. Красненькая, да. А вот это уже очень интересно. Слушайте, ну в предыдущем матче в исполнении Red Bull'а игра была против Вольсберга. У Вольсберга было точно такое же удаление. Абсолютно такое же удаление было. И здесь не надо спорить. Тогда против Патсона Дака были нарушены правила. И смотрите, нет офсайда. Нет офсайда. Выбивается мяч. Ромалио прозевал. Подрабатывает себе на ход. Ну а что вы хотите? Да, конечно, мяч еще надо было догнать. Да, мог выйти Чичен Станкович. Но на полкорпуса. А Даниэль Нусбаумер впереди Ромалио. Удивительно. Удивительно, на седьмой минуте Red Bull остается в меньшинстве. Ну, чем не интрига?